На следующей неделе, в четверг, состоится открытие Армянской апостольской церкви Святого Георгия. Этого события ждали давно. 5 лет назад администрация города выделила землю в селе Гайкадзор. Построили церковь на пожертвование. Средства присылали со всей России. Многие помогали техникой и материалами. Кстати, бутовый камень, из которого построена церковь, привезли из Армении. Сам проект уникален. Этот храм один из красивых храмов на юге России. Храм будет открывать глава епархии Армянской апостольской церкви Юга России, отец Мовсес. Мы ожидаем прибытия гостей из Москвы, из Союза армян России, посол Армении в России. Приедут депутаты Государственной Думы, примет участие и делегация из Армении.